все равно все возвращается на круги своя, и, конечно же, классических авторов они никуда никогда не уйдут. И я так я думаю, ну нет, ну я же верю. Верьте во что угодно. Я пришла в этот мир не для того, чтобы вас перевоспитывать, и уж тем более не для того, чтобы судиться с этим третьесортным изданием. Это знают все, это не секрет. Собственно, благодаря «Черному ворону», естественно, он принес мне популярность, и после этого я стала как-то дальше сниматься в других проектах. Я безумно благодарна в связи с этим продюсеру этого проекта, его, к сожалению, уже нет в живых, Александр Петрович Капица. Вот когда появился этот проект, я понимала, что из Праги захотят ли они меня вот так вот вдруг перевозить. Но вот так сложилось, что да, Александр Петрович меня поверил и захотел, чтобы я была главной героиней. Собственно, я приехала, уже начались съемки, у них главной героини не было. Вот. Но в итоге все сложилось. Невероятно прекрасный след, и впечатления, и воспоминания, и, конечно, трагическая эта история. Я думаю, мы потеряли хорошего режиссера, потому что, мне кажется, были все основания Сергею заниматься режиссерской деятельностью. Потому что как актер он был прекрасен. Да, но и в режиссуре, я думаю, он бы добился больших успехов. Но, к сожалению, вот так вот случилось. Я не могла поверить, я помню, у меня как раз были съемки «Черного ворона», и вдруг пришло это известие, и в нем было столько жизни, что, ну, не может быть, ну, как бы жизнь нельзя убить, просто это невозможно, это нереально. И поэтому думаю, нет, ну сейчас, это да ерунда. Ну, господи, еще мне принесли какую-то, да вот там какая-то желтая пресса была тогда с интернетом еще было не очень. Я говорю, да, ребята, это желтая пресса, понятно, они, да. Поверить было трудно, очень жаль, конечно. Я гастролирую, будучи актрисой небольшого драматического театра. И вот небольшой драматический театр, студия Льва Эренбурга из Санкт-Петербурга, приехал в замечательный город Минск, Белоруссию, мою любимую, прекрасную, со спектаклями. А дальше отвечаю на ваш вопрос. Чем же можно поразить? Бог его знает. Мне кажется, ну, понятное дело, сейчас дети современные, в общем-то, на гаджетах. И, в общем-то, действительно не только у детей, но и у взрослых уже выработалось такое клиповое мышление. Мы все спешим, торопимся, мы любим какие-то маленькие совершенно какие-то истории. Но, тем не менее, как мне кажется, если это честная история, история, которая затрагивает вопросы, которые возникают в голове у ребенка, и если это рассказано так, что ребенку интересно, весело и познавательно, то, в общем-то, у нас спектакль не короткий, он даже идет с антрактом, то есть, ну, где-то 2 часа 20 минут, это без антракта. Тем не менее, детям очень интересно, никто не уходит после первого акта, им очень интересно узнать, чем же это все закончится, они влюбляются в наших персонажей и смотрят с удовольствием до конца. Ну, то есть, я думаю, как и в любое время, затронуть и увлечь можно только честно рассказанной историей, действительно, когда ты не кривляешься, не заигрываешь с детьми, не занимаешься нравоучениями. В общем, нам самим очень интересно это играть, невзирая на то, что мы взрослые люди, а материал детский. Но поскольку и нам интересно, и, в общем, любые какие-то общечеловеческие вещи, такие как дружба, любовь, предательство, взаимопомощь, выручка, ну, не знаю, ну, можно многое чего перечислять, это важно не только детям и взрослым, соответственно, это интересно и детям, это интересно и взрослым, которые приводят свои
своих детей в зрительный зал. То есть родители на наших спектаклях не скучают, папы не спят, вот, и не стремятся в буфет, а, в общем, искренне хохочет, очень часто заглушая детей. Правда, это очень весело, когда ты вдруг слышишь такой мужской бас, им очень нравится. Вот, и это здорово, конечно. Я родилась в Молдавии, уже давно живу, и, собственно, родилась еще в те времена, когда был Советский Союз, и Молдова была одна из республик. Волею судеб мои родители оказались там. Скорее всего, в моих жилах не течет молдавская кровь, но я безумно счастлива, что мое детство и, собственно, вот становление, ну, то есть практически юность, ну, до 10 класса, я провела в солнечной Молдавии. Это потрясающе, это замечательно. И я впитала эту культуру тоже, эту открытость, этот веселый огненный темперамент, жог, молдавиняска. Ну, это прелесть, что такое. Молдавские свадьбы, которые во дворах у нас устраивались и всем двором гуляли, всем двором готовили, кто что умеет лучше, кто торты, там, ну, взрослые, а мы, дети, крутились под ногами, это было очень здорово и интересно. Сейчас в Молдавии, то есть мои родители жили там, ну, практически почти до конца, в какой-то момент они переехали ко мне, ну, и уже просто потому, что были старенькие, и, в общем, нужна была моя помощь, моей сестры, вот, и тут я счастлива, что последние годы жизни они были рядом с нами, вот. Там, в городе Бельце, остались могилы моих бабушки и дедушки, тети, двоюродного брата, то есть, в принципе, меня, это мои корни. Это мои корни, и меня, конечно же, туда тянет. Сейчас, конечно, логистика такая перелетная, достаточно сложная, вот. Но я очень надеюсь, что удастся выбраться. Я родилась в Бельцах, в Молдове, в северной столице Молдовы. Бельцы считается северной столицей. Вот. А в итоге живу в северной столице России, Санкт-Петербурге. Так что, в общем, в принципе, два города как-то это объединяет, это северные столицы. Петербург, тогда еще Ленинград, когда я закончила школу и поехала поступать в театральный, я просто влюбилась сразу, и вот город стал судьбой, что называется. Мой большой друг и коллега. Еще и режиссер, потому что Вадим, как режиссер, тоже в нашем театре поставил несколько спектаклей. «Валентинов день» – это спектакль, вот, в котором я участвую. И потом вместе мы во времена пандемии, когда мы сидели все по домам, я думаю, у вас же было то же самое, да? Вот. Нам нужно было при этом что-то делать, и хотелось. Вот. И, собственно, тогда вот Вадиму Сквирскому пришла идея в голову сделать иранскую конференцию по пьесе Ивана Вырыпаева. Оттолкнулся от слова «конференция». Тогда все вышли в Zoom, и у всех были конференции в Zoom. Мы прочли пьесу, и в итоге мы сняли кино на iPhone. Специально был куплен тогда последняя модель, чтобы была получше камера. И, собственно, силами театра у нас получился полуторачасовой фильм «Иранская конференция». Я уже не помню, что это был за фильм, но, в общем, сопереживая ей, я стала плакать. Ну, как, в принципе, многие люди, когда сопереживают, нет-нет, да и всплакнут. Вот. И она, чтобы меня успокоить, чтобы тут ребенок не страдал, объяснила мне, что да, это все игра, это все не настоящее. Да у нее и слезы-то парафиновые, сказала мне бабушка. И я так я думаю, ну нет, ну я же верю. А ребенка трудно обмануть. Я же верю, я же вижу, что она плачет по-настоящему. И я стала доказывать бабушке, бабушка доказывала свою правду, но, опять же, пытаясь меня успокоить. Вот. И тогда, ну, это, конечно, я сказала для красного словца, что именно в этот момент я решила стать актрисой, чтобы проверить и, как мне кажется, доказать бабушке мою правду, что вот нет, актрисы все-таки плачут про настоящие. Ну, я задумалась, наверное, с этого момента вообще об актерской профессии, и меня это заинтересовало. В принципе, с самого детства я почему-то как-то вот именно к этому и стремилась.
Мне хотелось заниматься своей актерской деятельностью, при том, что в Чехии я снялась в кино и не в одном проекте. И, в общем, даже в какой-то момент меня уже даже стали приглашать в театр, в какие-то постановки. Если бы я осталась, я думаю, там, ну, каким-то образом моя бы творческая деятельность сложилась. И я, кстати, была вашей коллегой, я вела на чешском телевидении программу о кино, тоже была ведущей. Вот, в общем, была достаточно известной русской актрисой в Чехии. Вот. Но все-таки у нас наша профессия актерская, если, опять же, все равно я уже выучила чешский язык каким-то образом, я говорила по-чешски, но тем не менее, вот этот языковой барьер, но все равно у меня, как бы то ни было, был акцент пшизвук, как говорят чехи. Видимо, он был приятный, этот пшизвук, потому что иначе бы я не была ведущей на телевидении, видимо, он был, ну, не режущий слух чешского человека. Вот. Но, тем не менее, все равно это меня ограничивало какими-то рамками. Я играла там русских, которые вот в Чехии каким-то образом оказались. Вот. Ну, наверное, дальше все бы было нормально, и пшизвук, возможно, был бы минимальный, я бы научилась. Но проект интересный. Мне предложили, и мне очень захотелось. Я прочитала, я помню, проглотила книжки Дмитрия Вересова «Черный ворон», «Полет ворона». Вот. И потом мы с ним познакомились, Димочка совершенно чудесный. Вот. И я думаю, ох, как классно в этом-то поиграть. Конечно, было интересно. Вот. И муж мой на тот момент как раз вот закончил театральный институт у Льва Борисовича Эренбурга. Они выпустились со спектаклем дипломным в «Мадрид в Мадрид». И он прогремел сразу на весь Петербург. Просто это был потрясающий спектакль. И он до сих пор существует в репертуаре. И мне так нравилось, как они работают. Мне так нравилось то, что делает Лев Борисович Эренбург, что я прям очень хотела. И ребята еще и после окончания театралки решили остаться и попробовать сделать свой театр. Вдруг получится. И мне очень хотелось работать в этом театре. То есть мы очень тяжело существовали в бытовом плане, но как-то вот Господь вел, что называется. Я понимала, что вот творчеством я хочу заниматься с этими людьми, с вот этим режиссером. А это было в Петербурге, поэтому мне хотелось вернуться в Питер. Ну, а тут как раз еще и «Черный ворон» замечательный. Так что вот таким образом я вернулась в профессию именно в России. Я знаю очень много хороших артистов, которым, к сожалению, там не удалось состояться. Потому что при этом они были очень талантливыми людьми. Потому что все равно должно быть три составляющих успеха, как мне кажется, помимо там способности к этому делу, таланта, очень хорошо, если этот человек работоспособный, потому что очень многие талантливые люди, которым сразу изначально много и легко дается, перестают к этому относиться серьезно, что называть. Не все, конечно. Ну, то есть вот важно быть работоспособным, талантливым, и к этому еще очень важно, удача важна. Вот просто вот должно повести. Ну, а дальше говорить о каких-то вещах. Поиск, например, роль не идет, образ ты ищешь. Бывают моменты, когда тебе кажется, что ты зашел в тупик и не знаешь, как решить какую-то сцену, еще чего-то. Но говорить, что это самое сложное, как по анекдоту про пожарного, который говорит, боже, вот тут хорошо, и зарплата прекрасная, и путевки дают, но вот, ну, как пожар, хоть увольняйся. Вот так я не скажу, потому что даже какие-то вот такие сложности в поисках чего-то в работе, это все равно доставляет мне удовольствие. Потому что это как задачки решать, кроссворд разгадывать, вот только гораздо интереснее. У меня бывает просто, когда много беру на себя. Съемки, вот, пожалуйста, в Минске, например. А при этом у меня репертуар в театре и спектакли есть какие-то, где меня там не могут заменить. Не потому что я... Нет больше таких прекрасных актрис, но просто физически невозможно. И, соответственно, конечно, бывало тяжеловато, потому что мне там приходилось, например, вот у меня съемочный день, вечером или рано утром, потому что вечером, например, уже все, съемочный день допоздна, и только утренним рейсом я, естественно, не выспавшись, потому что он утренний, вылетаю в Петербург.
часик поспав, прихожу в театр, играю спектакль и ночью, потому что в 5:35 был такой рейс, даже его помню, ну, соответственно, в 3 надо быть уже в аэропорту, ну, в общем, поспав тоже часик, ты вылетаешь в Минск, оттуда тебя везут на съемочную площадку, играешь, и потом опять точно, вот были такие моменты, конечно, ты выгораешь и устаешь, нормально, мы же не роботы, нужно, конечно, приходить в себя после этого. Но когда вот так вот физически ты просто не высыпаешься, конечно же, сон необходим, просто потому что в этот момент мы подзаряжаем батарейки, и как-то там в подсознание все укладывает в твоей голове, весь этот накопленный опыт как-то все упорядочивается. По большому счету, меня заряжает море. В прошлом году я, например, просто не успела съездить на море летом никуда к морю, потому что как кинорежиссер снимала следующий уже проект, у меня вот 2 уже случился дебют, и тут вот я снимала детский фильм «Муха-дракон», и я не съездила, и было тяжеловато, надо сказать. Вот. И поэтому, ну, для меня море. Я много плаваю, я уплываю подальше, я ложусь на воду, и я чувствую, как энергия в меня входит. И мне вот этой зарядки хватает вот на год такой плодотворной работы. Вы знаете, в какой-то момент, я просто помню, мне там, я вот в связи как раз с «Черным вороном», я давала какие-то интервью, я помню, меня поразило. Я разговаривала с девушкой, журналистом. Поговорили мы о «Черном вороне», и она прислала мне на подпись, собственно, интервью. Я всегда на этом настаиваю перед тем, как публиковать. Будьте добры, я прочту, посмотрю, все ли нормально. И вдруг я прочла и увидела мою прямую речь, то, чего я не говорила. Ну, то есть это был какой-то дурдом. Ну, то есть там типа, а как вы получили, там, не знаю, роль в «Черном вороне», и там чуть ли не про sexual harassment, ну, буквально. То есть что-то там, ну, так... двусмысленно. Типа, я бросилась на колени перед режиссером. Это правда очень двусмысленно. Почему? Какие колени? Что за бред? Стала умолять, что-то ползать у него в ногах. Ну, какой-то бред. Правда. Я звоню этой девушке, или даже она мне звонит, типа, ну что, Татьяна, все нормально? Я говорю, нет, это совсем не нормально. Вы что? Что это такое? Я говорю, я вам разве такое говорила? Она говорит, ой, вы знаете, я сама удивилась. Я говорю, в смысле? Вы это писали в каком-то бреду, у вас раздвоение личности. Ну, типа, нет, в таком виде. Она говорит, нет, это просто у нас главный редактор. И она сказала, что мало вот как раз вот такой вот малинки-клубнички, и типа неинтересно, скучно, и вот она сама переписала, вот типа, я говорю, нет, так не будет, так не выйдет. Она говорит, а давайте вы на нас подадите в суд. Я говорю, я не хочу с вами судиться. Она говорит, да послушайте, вы не понимаете, многие актрисы вообще об этом мечтают. Вот типа мы будем писать об этом суде на страницах, вот на главных, там типа будем трепать ваше имя и нашему изданию, вот мы будем делать... И это был ужас, конечно, какой-то. Сказала, не буду вас подавать в суд. Естественно, они выпустили. Именно в надежде на то, что я подам на них в суд. Но я не повелась на эту историю. Я подумала, ладно, вашу плохую, скажем так, газету мало кто читает. А те, кто читает такую газету, в принципе, мне не интересны, и их мнение меня мало беспокоит. Если вы хотите верить в этот бред, верьте во что угодно. Я пришла в этот мир не для того, чтобы вас перевоспитывать, и уж тем более не для того, чтобы судиться с этим третьесортным изданием. Вот, поэтому, да, и очень мало хороших журналистов на самом деле. Было так, когда я давала интервью, и дальше мне присылали на подписи, я понимала, господи, мама, ну что это такое? И дальше вот просто после там какого-нибудь тяжелого спектакля, а с утра у меня съемка, надо быстро, я сидела и ночь переписывала, исправляя грамматические ошибки, переписывала интервью. Потом мне это надоело. Теперь я даю интервью крайне редко, только проверенным людям. И, ну, то есть, вот, когда это так, и думаю, господи, как же хорошо, какие прекрасные, замечательные. Вот есть же хорошие журналисты, мастера, профессионалы своего дела. Есть специальный актерский поцелуй.
который может выглядеть как, ну, то есть, ну, вот для кино, например, очень-очень надо, вот, ну, прям вот, вот так вот все. Вот, но это такой, по сути, поцелуй с закрытым ртом, тем не менее. Да, безусловно, близкий контакт. Причем, знаете, вот что самое, например, страшное, или не знаю, ну, почему-то очень удивительно, и не только я одна это замечала, многие актрисы, актеры замечали. Ты приезжаешь на новый проект, и, например, ты не знаком с актером еще, который будет играть в этом проекте твоего любимого. И у нас, может быть, в этом проекте есть даже некая такая сцена как бы близости, чуть в постели даже, может быть, ну вот, вот что-то такое. Почему-то всегда, ты человека не знаешь вообще еще никак, почему-то обязательно эту постельную сцену ставят буквально чуть ли не в первый съемочный день. И так, сразу же. Но с другой стороны, это быстро сближает. Ну, я бы не так градировала, вот так вот, типа, только отрицательных мне интересно. Интересно сыграть какой-то сложный характер, потому что все мы люди, в общем, конечно, каждый про себя, даже самый страшный человек с точки зрения людей вокруг, будет думать про себя, что я-то, конечно, хороший, потому что у нас у каждого своя правда. И, в общем, как раз благодаря актерской профессии ты научаешься за плохими поступками, ну так, общепринятыми плохими поступками, находить какую-то правду персонажа. То есть есть такое выражение, и, в принципе, я именно так и работаю, я адвокат своей роли. То есть я играю, даже когда отрицательного персонажа, я должна его оправдать, потому что если я его не оправдаю, внутри, для себя, его поступки должна оправдать, потому что мой персонаж эти поступки совершает, и у него есть своя правда. Ну, то есть, вот по-другому он не может поступить. У меня не было такой вот цели, именно вот, ну, вот теперь вот примерно вот сейчас вот уже пора переходить в режиссуру. Получилось так, что у меня в голове возникла какая-то история. И сначала сочинился, тоже, конечно, не вдруг, не сразу, но, в общем, я сочинила сценарий. Я стала писать сценарий, увлеклась и писала сценарий, в общем, без режиссерских амбиций. Я писала его на себя. Я хотела вот сыграть вот какую-то такую героиню. В итоге, как бы, когда пока я писала, собачка подросла за время пути, как я уже говорила тоже кому-то в интервью, правда. Мне стало эту историю интересно уже рассказать именно с режиссерской точки зрения, потому что я же сочинила весь этот мир, всех этих героев, и я вот это мне интересно всех, а уже не только вот так однозначно, только с точки зрения, пусть даже и главной героини, вот только это. Мне стало интересно все это показать с моей режиссерской точки зрения, потому что я понимала, что даже если эту историю захочет снимать какой-нибудь там режиссер, которому я доверяю, какой-нибудь мой друг, который мне нравится как режиссер, все равно это будет уже какая-то его версия. А мне захотелось попробовать самой. Ну и так вот сложились, опять же, обстоятельства. Это вот говорить об удаче. Моему счастью, сценарий понравился продюсеру Mars Media Рубену Дердищану. И, в общем, в итоге этот проект случился. И случился еще и так, ну, практически кастинг весь, который сделан в этом фильме, в моем дебютном, который называется «СОС». По идее, СОС – синдром отложенного счастья. Это аббревиатура, но в итоге все равно везде написано только синдром отложенного счастья, без всякого СОСа. Но вот я хотя бы сама могу об этом рассказать. Весь кастинг, который сложился в моей голове, вот я как представляла, кто я под кого-то даже писала роли. Вот я прям понимала, вот этот артист или вот эта артистка будет у меня это играть. Собственно, я благодарна продюсерам за то, что мне дали всех их снять. В общем, ну это правда, это большое, я очень счастливый человек. Собственно, весь фильм, который был в голове моей придуман изначально,
он получился. Да, второй проект вдруг, я еще даже не выпустила «Синдром отложенного счастья», вдруг мне позвонила знакомая продюсер и вдруг говорит: «Танечка, я вот к вам с неожиданным предложением, а мы вот хотим подаваться с полнометражным художественным фильмом для детей и хотим пригласить вас в качестве режиссера». Я говорю: «Ой, вы же еще не видели того, что я тут вот наделала». Спасибо тем людям, которые сказали что-то хорошее, видимо, обо мне, как о кинорежиссере и о моем первом дебютном проекте. В итоге я решила в эту реку ввязаться, потом много чего тоже своего привнесла в этот сценарий. И вот прошлым летом мы сняли наш фильм «Муха-дракон». Но до сих пор у нас идет постпродакшн, потому что в фильме еще будут присутствовать элементы анимации. Анимация делается достаточно долго. В декабре мы должны этот проект сдать. И опять Ирина Пегова у меня снимается в этом фильме. Как-то так получилось, что она вот уже второй проект, какая-то моя актриса. И Татьяна Рябаконь, моя коллега по небольшому драматическому театру, тоже опять снимается в этом фильме. Также Михаил Трухин, Александр Половцев снимается у нас, снимался. Костя Крюков. Ну, в общем, замечательнейшие артисты. И замечательные были найдены дети. И мне было очень страшно. Конечно, я никогда не работала с детьми. Я не вела никаких творческих кружков детских. Вот. Это такое вот мое первое плавание с детьми. И я очень рада, что я все-таки рискнула пойти на этот страшный на тот момент шаг. Потому что думаю: боже, а вдруг у меня не получится? Это же дети. Как я им объясню задачу? Они замечательные. Замечательные молодые артисты. Я их обожаю всех. Но они прям вот каждый на своем месте чудные. Надеюсь, что фильм понравится и детям, и взрослым. Приходите, в общем, приходите, смотрите «Муха-дракон». У меня действительно коготок увяз вот в кинорежиссуру. Мне очень нравится и интересно это делать. Это очень сложно. Ну, для меня сложно, потому что это вот для меня новая такая деятельность. И я, собственно, учусь прямо на съемочной площадке. Но я хочу этим заниматься дальше. Но при этом я очень люблю театр небольшой, драматический. И актрисой мне быть тоже нравится. И в кино мне тоже в качестве актрисы тоже очень нравится. Сниматься. Ну, то есть, мне нравится. Мало того, и сценарий ведь я еще, надеюсь, тоже напишу и не один, потому что и этим мне тоже очень понравилось заниматься. В общем, как выяснилось, я жадненькая до творчества. И то хочу, и это. Драм-кружок по фото, мне еще и петь охота, конечно же. Но при этом, конечно же, очень хотелось бы не по верхам скакать. В общем, я стараюсь. Ну, то есть, когда я вот снимала свой дебютный фильм «Синдром отложенного счастья», а потом вот «Муха-дракон» в качестве режиссера, я отказывалась от многих проектов актерских, ну, просто потому что понимала, что и здесь, и там, тогда это будет очень по верхам, и там будет не очень хорошо. Но вот сейчас соскучилась, кстати, с удовольствием бы какую-нибудь главную роль в каком-то проекте бы где-нибудь сыграла бы. Интересно.